черт, они все же здесь. Дженни. Дорогая, мне так понравилось. Поздравляю, ты была великолепна. Я ничего не выиграла. Меня зовут Лестер, я отец Джейн. Здравствуй. Это моя подруга, Анджела Хайес. Рад познакомиться. Ты тоже очень хорошо выступила. То, что надо. Спасибо. Приятно познакомиться, Анджела. Дорогая, я так горжусь тобой. Я внимательно следила за выступлением. Ты не сделала ни одной ошибки. Ладно, нам пора идти. А чем вы собираетесь заняться? Папа, мы хотим поехать куда-нибудь поесть пиццу. Мы можем подбросить вас, у нас есть машина. Вы не против? Спасибо, но у меня есть машина. У тебя есть машина? Это здорово. Правда здорово? У Дженни тоже скоро будет машина. Правда, дорогая? Пап, тебя мама ждет. Я правда был рад познакомиться с тобой, Анджела. Друг Дженни. Мой друг. Ну что ж, увидимся как-нибудь.